А меня вообще как будто током ударило. Панорамочек, может быть, это между нами пробежала искра? Так, хватит, давайте дальше фотографироваться. Да как так? У меня была почти полная зарядка. Ну, такое бывает. Так, ну пока у нас техническая пауза, давайте перекусим мороженое. Такое возможно? Не знаю. Это антинаучно. Кажется, время сломалось. Время не может сломаться. Видимо, пространственно-временной континуум нарушился. Нам явно нужна помощь панорама-бота. Панорама-бот, что случилось со временем? Панорама-бот, ну ты же высокотехнологическое устройство. Ты чувствуешь астрофизические колебания, временной континуум? Короче, что со временем? Да, ну кажется, сломалось. Как же хорошо, что вы пришли. Случилось ужасное. Из-за перезапуска системы произошел электрический скачок. Настолько мощный, что он повредил квантовые нити времени. Теперь само понятие «время» под угрозой. Если сейчас бездействовать, то привычный нам мир рухнет. Люди будут стареть за считанные минуты. Но самое ужасное, мороженое будет таять за секунду. А мы можем это как-то исправить? Кажется, я начинаю откатываться назад во времени. Еще чуть-чуть, и я стану граммофоном. У вас нет времени. Вы должны это исправить. Но как? В одной из комнат находится небольшая подстанция в комнате из Лего. Она вышла из строя. Ваша цель – добыть 3 запасные детали и починить механизм. Но чтобы добыть каждую деталь, нужно пройти 3 испытания защиты. Чтобы было продуктивнее, нам нужно разделиться. Ага, я туда. А я пойду с панорамочем, с ним не так страшно. Мы туда пойдем. Пожаловать на испытание защиты. Некоторые коробки — фейк-системы, и их легко раздавить. Другие твердые, они настоящие. Тебе нужно идти именно по ним. Твоя задача — добраться до коробки с деталью. Она самая последняя. Будь осторожна, иначе ты навсегда останешься в петле времени. Очень успешно помогает проходить мне это испытание. Мумия? Я Нефертари Третья. Меня телепортировала к вам в будущее. Да, со временем что-то вообще беда. Такими темпами мы до динозавров доберемся. Помоги вернуть меня в прошлое, иначе великие пирамиды не будут достроены. Будущее необратимо изменится. Что мне нужно делать? Тебе нужно воспроизвести древние звуковые шифры, чтобы добраться до деталей от сломанного механизма времени. Ага, поняла. Как звучало древнейшее летающее существо? Птеродактиль, что ли? Следующее. Чтобы добыть необходимую деталь, вам нужно собрать целую коробку мороженого. Да, не удивляйтесь. Мороженое нам нужно для того, чтобы добыть недостающую деталь. А, поняла. Мороженое будет падать сверху, его надо ловить, да?
Правилам. Ну вот, я же говорила. Ну что, опять? Хорошо, я поняла, что мне нужно сделать. Старинное средство передвижения. Что было раньше вместо машин? Телеги? А, нет, телеги же везли лошади. Значит, лошади, да? Последнее. Как звучало время в древности? Как звучало в древности время? Будильник, наверное. Тын-тын! Раньше. Может быть, часы? Тик-так, тик-так. Как я раньше не догадалась, были же песочные часы. Как песок звучит. Очень маленький, я сама соберу все это мороженое. Сейчас в обычный лед. Или так быстро отматывается. Вдруг я тоже стану младенцем. Ничего, я успею. Я не хочу превращаться в младенца. Они не умеют прыгать и бегать. Я тогда не смогу пройти это испытание. Нет, я все равно все выполню. Так, быстро ищем места, где не хватает деталей. Лиза, кто это с тобой? Ну кто-кто, панорамыч. Время назад перемоталось, и вот. Давайте скорее, а то мы сейчас тоже... Да, наверное. Какие мы молодцы, все прикрепили. Мы неправильно установили детали. И время ускорилось 100 раз. О нет, я теперь бабуля. Что у нас получилось? Не совсем, панорамочный ребенок. Подождите, что-то происходит. Надо было подождать. Пойдем к панорамочу. Эй, а как же я? Время, верни меня обратно. О, вот так-то лучше. А вы, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и приходите к нам в гости, используя промокод панорамыч на скидку 10% на вход.